Всем привет, с вами главный администратор сообщества Split Decision Егоренков Михаил. Обещал до турнира записать подкаст по теме того, почему был отменен бой Хабиба, что нас ждет дальше, какие перспективы, какие-то мои мысли по этому поводу. Потому что далеко не все так явно, как кажется. Вот, и многие люди, в принципе, не задумываются о некоторых вещах, не рассматривают их всерьез. Поэтому возникает очень много вопросов, на которых, казалось бы, нет ответа. Вот. Хочу поделиться немножко, раз уж так этот вопрос всех сильно интересует, волнует, своим видением, своими какими-то мыслями. Все это чисто субъективное, все это личное. Никаких инсайдов, понятное дело, у меня нет. Вот. Да и я бы не стал здесь верить на слово никому, даже людям, которые прям совсем близки к этой теме. Вот. Также вкратце, под темой, которую создавал под постом, мне оставили несколько вопросов. Я их сейчас вынес отдельно в комментарии. Вот, также под этим постом, под последним, который сейчас в закрепе висит, было оставлено еще несколько вопросов, поэтому просто по порядку отвечу на них, и там, по сути, все уже будет, грубо говоря, скомпоновано. Вот. Один из подписчиков оставил такой вопрос: сколько по времени ему надо будет восстановиться по-хорошему, сколько по времени ему надо восстановить по-хорошему свой организм, дать ему отдохнуть после такого стресса? Ну, по факту, как уже говорил Абдулманап Нурмагомедов, оставлял посты там, грубо говоря, в социальных сетях, вот, что они хотели бы подраться на UFC 210, UFC 211. Вот, по большому счету, ближайший турнир номерной UFC 210 пройдет через месяц. Вот, поэтому, по-хорошему, если там никаких осложнений нет, вот, если там действительно внутренние органы в порядке, то, по идее, грубо говоря, через месяц можно будет соглашаться на бой. Можно будет попытаться сделать вес, подготовиться, чтобы было сделано все в лучшем виде. В принципе, это реально. Да и Тони, который, по большому счету, со сгонкой никогда проблем не имел, выходит в отличной форме, он тоже, я думаю, будет готов на этот срок. Посмотрим. Ну, если не UFC 210, то на UFC 211, я думаю, можно будет рассчитывать, в принципе, уже точно. Вот. Также другой подписчик оставил целый ряд вопросов. Будет ли выступать Хабиб легковесовой или пойдет выше? Сразу отвечу, только легкая весовая, никаких подъемов в весовой категории, это абсолютно бессмысленный для него шаг, почему, объясню чуть-чуть далее. Вот. Если останется в легком, бой с Тони будет последним в этой весовой категории. По большому счету, да, скорее всего, если он будет биться с Тони, вне зависимости от результата, это будет, пожалуй, действительно, скорее всего, может быть, даже вообще последний бой в его карьере. Все зависит от того, какая будет сгонка и какие будут дальнейшие планы. Если, конечно же, он, допустим, выходит на Тони, побеждает, и следующий бой ему предлагают с Конором в России, то да. А если это будет просто какой-то бой, например, где-нибудь в Штатах, против бойца, допустим, какого-то другого претендента, но не против Конора Макгрегора, очень высока вероятность того, что просто... Скорее всего, это будет конец карьеры, это будет для него невыгодно. Опять же, объясню далее, почему. Вот. Почему он обратился в клинику, а не к штатному врачу ГАЗ? Данный говорил, что тогда бы могли спасти бой. А вот это интересный вопрос. Как бы, я не думаю, что Хабиб настолько глуп, вот, или его команда, что они реально решили, там, грубо говоря, просто там наобум поехать там, в ближайшую больницу или что-то еще. Скорее всего, здесь момент другой. Слишком высокие ставки были именно, да, на этот бой. Очень нужно было на него каким-то образом подготовиться, согнать вес. У меня есть мысль, что там, скорее всего, какими-то, грубо говоря, запрещенными методами пытались согнать, может быть, использовали мочегонные какие-то препараты, так сказать, втишку. Вот. И, соответственно, если бы их осматривал штатный врач UFC, тем более под присмотром атлетической комиссии, это могло бы там, грубо говоря, вскрыться, возникнуть могли какие-нибудь подозрения. И тогда, соответственно, это дисквал, и тогда как бы все было бы очень плохо. Поэтому решили как-то так своими силами, там что-то через клинику, втишку, вот, все это дело провернуть. Не получилось, не фартануло. Также хочу отметить тот факт, что перед UFC 205, когда Келвин Гестилум снялся с боя с Дональдом Сероно, не смог сделать вес, тоже там типа что-то в больничку ездил, и в принципе не явился на процедуру официального взвешивания, он получил за это штраф. Как бы, ну, реально, просто взял и просрал официальное мероприятие, при этом особо там никого, я так понимаю, не предупреждал Хабиб, что точно он не приедет или что-то еще.
Поэтому как бы над этим еще тоже будут разбираться. Могут его на самом деле оштрафовать. Может его атлетическая комиссия сейчас более пристально чекать на предмет каких-то запрещенных препаратов или чего-то еще. Так что самое худшее развитие событий, если все такие мысли подтвердятся, так это может быть даже будет провален допинг-контроль. Даже не по части стероидов или чего-то еще, а вот именно мочегонные какие-то препараты или что-то еще подобное. Вот. Как-то так. Может быть, они в клинику вообще уже поехали, на самом деле, понимая, что вес они точно не сделают, им просто нужно было использовать капельницу, чтобы, так сказать, стереть следы применения запрещенных препаратов. Это тоже надо понимать. То есть, возможно, это был шаг не для того, чтобы спасти ивент, а чтобы спасти себя. Потому что они уже понимали, что он точно вес не сделает. Я хочу также еще раз сказать, отмечал это везде, где только можно, что весовая категория Хабиба до 155 фунтов. Если речь идет о рейтинговом бое, то есть о нетитульном, то допускается люфт в 1 фунт. То есть достаточно сделать 156. А если бой чемпионский, то ты обязан сделать 155 ровно. А разница 1 фунт это почти полкилограмма. Для такого спортсмена, как Хабиб, с учетом того, сколько он гоняет, это огромная разница на самом деле. Вот, поэтому как-то так. Вот. Ну и тут был вопрос, типа, что-то типа про Конор опять был прав, получается. Не понял, к чему это было сказано. Конор очень много говорит. Конкретно о каких словах непонятно. И типа, кстати, ты особо акцентировал внимание на весогонке Хабиба и т.д. и т.п. Ну, здесь 7 5 во лбу быть не надо. Хабиб реально очень хреново гонял вес перед боем с Джонсоном. Выглядел крайне плохо на процедуре официального взвешивания. Поэтому, как бы, это было, в принципе, ожидаемо. Также был задан вопрос, заплатит ли Тони за сорвавшийся бой. Безусловно, заплатит. Размер конкретной выплаты неизвестен. Там, или это будет минимальная какая-то, или что-то еще. В любом случае, это там с ним разберутся. А Тони, я думаю, не в накладе. Почему он подготовился, вес сделал, бабки ему заплатили. Вот. Причем я хотел бы также дополнительно отметить, что он не тренируется в каком-то там супер мощном кемпе, он не выкладывает там супер охерительные какие-то бабки, он не привлекал дополнительных каких-то там спарринг-партнеров пачками, там, да, специально под Хабиба. В обычном штатном режиме тренировался у себя дома, вот, подтягивал там джиу-джитсу под руководством Эдди Браво, опять же, как и обычно. То есть все в штатном режиме, не особо, так сказать, затратно по деньгам. Бабки он получил на халяву, поэтому он вообще не в накладе. Вот. Тут же было написано, что UFC надо штрафовать на более крупные суммы тех, кто не укладывается в вес и срывают бои. Ну вот опять же, Хабиба могут штрафануть, но чисто за то, что он просто не явился на процедуру официального взвешивания. Вот. Было далее написано. Тут все в принципе понятно. О титульных амбициях Хабибу в этой весовой, скорее всего, придется забыть. Разве что полусредний подниматься, а там, сами знаете, темный лес. Точно про титульные амбиции никто не забудет, ни руководство, ни сам Хабиб, ни его команда, потому что, ну, столько было вложено сил в раскрутку этого боя, вы сами видели эмбеддеды, да, вот эти все видюшечки перед турниром, везде мелькал Хабиб, там бывало ролик, например, эмбеддед выпускает 8-минутный, и половина времени из этого ролика занимает один Хабиб, то есть очень сильно рассчитывали на этот бой. В Твиттере во время турнира просто, короче, прочитал один твит от Ариэля Хильвани. Прям говорит, короче, чувак ко мне подошел и спрашивает, типа, вот я, короче, там ехал всю ночь, там, чтобы попасть на ивент, там, да, купил билеты там. И, типа, говорит, а что, типа, Хабиб драться не будет, что ли? И он, как бы, ему говорит, ну да, Хабиб не будет драться, с боя снялся, бой отменили. И он, говорит, на меня такими человек глазами смотрел, как будто бы у него собаку только что убили. Просто полное опустошение. Как бы очень ожидаемый реально был бой. Вот, очень именно со спортивной точки зрения конкурентный, интересный. Это вообще просто был бой реально турнира. То есть на него были огромные ожидания, хоть он и был камейном, по сути, реально. Это был бой намного более крупный, чем Тайрон Вудли и Стивен Томпсон. Вот, как-то так. Ну а теперь, собственно, вот немножко помишурим. Вот, по поводу каких-то там скрытых мотивов. Могу просто привести параллель. Вот, допустим, Хабиб Нурмагомедов и там, допустим, Рашид, да, который выступает в этой же весовой категории. Вот Рашид это яркий пример спортсмена, бойца, который бьется ради своих спортивных успехов. То есть, как бы, он подготовился, он отбился, получил бабки, и дальше занимается своими делами, у него есть семья, то есть, как бы, ждет оповещения о следующем бое, готовится. То есть, его интересует его спортивная карьера ради его спортивной карьеры.
То есть в дальнейшем, возможно, он будет, после того, как и завершит, там заниматься там какой-то там тренерской деятельностью, там чем-то еще. Но он прежде всего именно боец-спортсмен. А Хабиб, он уже, скажем так, достаточно давно превратился из именно бойца в некий бизнес-проект. То есть под него, под его успехи идет раскрутка, например, с недавних пор промоторской компании Eagles MMA, да, которая подписывает сейчас очень активно бойцов российских. И вы можете на отечественных турнирах, там Fight Nights M1, там, не знаю, даже ACB, по-моему, наблюдать бойцов в шортах с логотипом сзади там Eagles MMA, да. То есть, как бы, реально Хабибу очень много в него денег вкидывается людьми, так сказать, инвесторами, да. Очень большое именно ожидание от него. И прежде всего, именно поэтому никакой речи не идет о смене весовой категории, потому что им всем нужен пояс. И пояс не для того, чтобы Хабиб мог его положить на полку, да, и потом рассказывать детям и внукам, какой он был клевый, классный, вот он стал чемпионом UFC, а именно потому, что Хабиб является лицом бренда. И именно от его успехов зависит успешность, раскручиваемость всей последующей деятельности. То есть, заметьте, даже вот этот старт, да, промоутерской компании Eagles MMA мог осуществиться раньше намного, да, год назад, 2 года назад, 3 года назад, ничего этому не мешало. Но они это все дело запускать начали только после того, как Хабиб вернулся после долгого простоя, одержал там первую победу. После этого начался толчок. Пошли всякие пресс-конференции, анонсы и т.д. и т.п. Тем более, как бы, да, если мы вспомним, допустим, там, события там нескольких лет назад, то новости все касаемо ММА и успехов наших отечественных спортсменов, они, по сути, везде компилировались только на специализированных ресурсах. Это, то есть, ММА-группы ВКонтакте, сайты, посвященные ММА-тематике, какие-то общие такие спортивные сайты. И, то есть, человек, в принципе, который, ну, просто далек от всего, от этого спорта, он нигде на других ресурсах особо не мог найти никаких новостей, никаких крупных там каких-то там анонсов или чего-то еще, ни на крупных новостных сайтах, типа там РИА Новости, там ТАСС, да, там не особо даже на матче это все мелькало, как бы, ну, реально, да, вот даже как я сам познакомился с ММА-тематикой, мне просто знакомый парень рассказал: «О, есть такой парень, Алистар Аверин, там, тра-та-та», я думаю, что, кто такой Алистар Аверин, ни разу не слышал, полез гуглить, нашел какие-то группы ВК, там, Best of MMA, по морде, это еще было там лет 6 назад, да. То есть, как бы, нашел, почитал, увидел какие-то хайлайты, начал интересоваться. То есть, оказалось, что это огромная индустрия, там, с миллиардами бабок. Но, как бы, пока тебя носом в нее не ткнут, ты этого не заметишь. А сейчас, да, с учетом того, что, вот, допустим, Хабиб, на нем начали говорить как о реальном претенденте, когда, вот, допустим, проанонсировали этот бой за временный пояс, он начал мелькать везде. То есть не только на специализированных ресурсах. То есть это даже новость о том, что Хабиб не сделал вес, ее буквально крутили везде. Life News, ТАСС, там на РИА Новости мелькало даже, по-моему, что-то, на Матч ТВ. То есть это огромная информационная раскрутка, огромная. И то есть как бы этим нужно пользоваться. И ребята это все прекрасно понимают. Вот в чем вся суть. То есть как-то так. Поэтому как бы, ребята, точно будут они готовятся на бой, на титульный, в легком весе, им нужен пояс. Вот. Если будет пояс, это все. Это раскрутка Eagles MMA, это, возможно, в ближайшей перспективе, там, среднесрочной, создание отдельного вообще промоушена. На это найдутся бабки, если у Хабиба будет пояс. Это я не знаю, это может быть, будет открыта сеть каких-то там ММА-кемпов по всех городах, блядь, России. Там Eagles MMA, да, можно будет ездить, семинары делать там с билетом по 10 тысяч рублей. То есть от этого зависят очень большие деньги. И очень большие деньги не только для Хабиба, но и для всех. Для его отца, для его команды. Это зависит от этого вообще все зависит. Размер инвестиций, которые будут в него вкидываться, в развитие всего, что связано с ним, с его именем. Поэтому, как бы, я не знаю, Хабиб будет умирать, но будет пытаться делать вес. Они будут пытаться выпрашивать этот бой. Ему важен пояс, неважно, абсолютный, там, временный, какой угодно. То есть, как бы, программа «Максимум» – это победа Антони Фергюсоном, бой с Конором Макгрегором в России, а победа и все, и до свидания. Можно прощаться, заканчивать карьеру, не надо себя убивать. Много раз уже говорили, да, его отец, что все, вот, там, еще 2 года осталось, как бы, и будем завязывать. Потому что, ну, он просто себя иначе убьет.
Вот и все. А как бы ладно, я понимаю, если бы он вел какой-то жесткий, да, там образ жизни, там 24 на 7 диета, никаких публичных мероприятий, тренировки, спать, есть, тренировки, спать, есть, нет. Приходится совмещать, приходится ездить, сверкать своим лицом на всех турнирах, пытаться как-то привлекать себе внимание, потому что Хабиб, еще раз повторяюсь, давно уже не просто спортсмен, это медийная личность, от успехов которого зависит раскрутка там всего бренда Eagles MMA и всего остального. Это, с одной стороны, хорошо, потому что Хабиб уже думает над тем, чем он будет заниматься после своей карьеры, и за него думают другие люди также. Но это плохо, что, как правило, история показывает, это все очень плохо отражается на успехах бойца именно в клетке. То есть каждый раз, когда бойцы начинают задумываться о какой-то политической карьере, о каком-то там развитии помимо боев, у них это отражается хреново на результатах. Пример там вот, Феди Емельяненко, да, там с депутатом со своим. Вот Минаков недавно от мешка чуть не отлетел, да, при этом абсолютно как бы там не тренируясь, там, не знаю, там Алиба Гаудинов там тоже что-то о политике там заикался. Вот, то есть, ну, как бы это все хреново. Если Хабиб еще раз не делает вес, то есть в любом случае надо понимать, следующий бой будет делать с Фергюсоном. По-любому. То есть, как бы это идея фикс, от нее никуда не отходит. Тони не против, он бабки за бой не состоявшийся получил, он в отличной форме. Он понимает, что Хабиб будет не в самой лучшей форме на бой, даже если он состоится. И это отличный шанс для него взять этот пояс, подраться, победить небитого соперника. Для Хабиба просто никаких других вариантов нет. Для него это только один вариант возможен, ему другие никакие не интересны, потому что слишком много от этого результата завязано в его жизни, в принципе, и в жизни его там родных, близких, друзей, бизнес-партнеров и т.д. и т.п. Поэтому будем посмотреть, но если он еще раз вес не сделает, до свидания, он больше никому не нужен, нигде, ни в легком весе, ни в полусреднем, потому что это уже будет никому не интересно. Это будет, ну, возможно, будет продолжение карьеры в полусреднем весе, просто для того, чтобы как-то минимально хотя бы о себе напоминать, поддерживать какой-то там хайп. А может быть, даже это будет вообще смена промоушена, уход из UFC на местный рынок и собирание бабла уже именно здесь. То есть, может быть, даже он будет там, грубо говоря, они задумаются над созданием уже тогда своего промоушена, и он как раз-таки будет хедлайнерами именно первых их там турниров, чтобы максимально привлечь к ним внимание. Вот как-то так. Надеюсь, как смог, рассказал, объяснил. Если у вас есть какое-то свое видение по этому вопросу, пожалуйста, пишите в комментарии, мне в личку, везде, где вы хотите. Вот, делитесь своим мнением. Рад буду порассуждать, послушать, посмотреть и т.д. и т.п. Спасибо большое, до свидания.